Викинги, скандинавы, предки современных шведов, датчан и норвежцев. Будучи и морскими разбойниками, и торговцами в одном лице, они наводили ужас на все западноевропейское побережье долгие годы, славясь как свирепые и безжалостные воины, не боящиеся смерти в бою. Они действительно были страшными противниками. Впрочем, жажда славы и добычи делала их не только разбойниками, но и бесстрашными мореплавателями, пересекавшими огромные расстояния на своих драккарах. К викингам относятся не только скандинавы, но и некоторые племена балтийских славян. Славянскими викингами иногда называют ушкуйников, речных пиратов, которые, впрочем, не только разбойничали на Руси, но и торговали при случае. Вопреки расхожему мнению, самым распространенным оружием у викингов были не топоры и мечи, а короткие, около 1,5 метра, копья с тяжелыми и остро заточенными наконечниками, которыми можно было как колоть, так и рубить. Источником безумной отваги викингов в бою служила их религия. Они верили, что попадут в Вальхаллу, свой рай, только прожив достойную жизнь. Смерть в бою обеспечивала викингу место в Вальхалле. Особенно озверелых викингов называли берсерками. Перед боем шаманы обычно поили их отваром из мухоморов, чтобы берсерки не чувствовали боли от ран. Перед сражением викинги обычно распаляли себя, вгоняя в ярость и входя в состояние боевого безумия, обычно причиняя себе для этого боль. Так часто воины перед атакой грызли края своих щитов, чтобы от этой самой боли разъяриться. Среди викингов был широко распространен обычай кровной мести, нередко приводивший к гибели целых родов. Викинги никогда не имели собственных монет, используя деньги самых разных стран. Викинги никогда не носили рогатых шлемов, которые им нередко приписывают. Несмотря на то, что викингам приписывается образ жизни разбойников, почти все они были в первую очередь фермерами и только потом уже воинами. На грабительские набеги их толкали перенаселенность и скудость скандинавских земель тех лет. Свободное от набегов время, различные племена викингов охотно воевали между собой. Судя по археологическим находкам, средняя продолжительность викингов не превышала 40 лет. У всех викингов были плохие зубы, так как грубое зерно, содержащееся в их хлебе, способствовало быстрому износу зубов. Самым почетным и дорогим оружием у викингов считался меч. Хороший меч стоил баснословно дорого. И зачастую имелся он только у ярла, то есть вождя. Простые воины довольствовались топорами и копьями. Викинги редко дрались в строю, предпочитая одиночный бой. Ну а мне помнится очень хороший советский фильм под названием «И на камнях растут деревья». Если кто-то не видел этого фильма, обязательно посмотрите, и вы поймете больше, что из себя представляли викинги. На этом пока-пока и до новых встреч!